Спонсор выпуска – компания «Ямагучи». Сила японского массажа и домашний фитнес. «Ямагучи» – с заботой о каждом. Вещание телеканала «Сочи-24» продолжает информационный выпуск. Здравствуйте! В эфире «Время новостей Сочи» с Алиной Тищенко. В ближайший час мои коллеги и я расскажем вам о главных событиях дня. И вот некоторые темы выпуска. Разрушенная набережная, оползни и поваленные деревья. Третью неделю Сочи заливают дожди и засыпает снегом. Насколько успешно курорт справляется с непогодой? Ловись, рыбка, большая и маленькая. В Сочи продолжается рыбная лихорадка. Откуда в местном море взялась форель и почему ее так много? Лобовое столкновение в центре Сочи, крупный пожар в Адлере и наркокурьер в поезде. Подробности происшествий в традиционной сводке ЧП. На ближайшую неделю синоптики прогнозируют в Сочи дожди, иногда со снегом. Обильные осадки наблюдаются на курорте уже третью неделю. И, конечно же, не прошли они бесследно. Так, мощный шторм нанес значительный ущерб набережной в поселке Лоо. Там появились трещины, пострадали столбы освещения. Не пощадила погода и прибрежную зону Олимпийского парка. Какие там разрушения и как в Сочи справляются с последствиями стихии, расскажет Дарья Дмитриева. Из-за шторма на набережной в Олимпийском парке провалилась тротуарная плитка. Повреждено бетонное укрепление променада. В некоторых местах частично разорвано покрытие беговой дорожки. Везде выставили ограждения и ведут восстановительные работы. Разрушения достаточно видимые, но это же стихия. Мне кажется, здесь нечему удивляться. Ну, хотелось бы, конечно, чтобы ее быстрее восстановили, потому что это все-таки лицо города нашего небольшого. На восстановление разрушенного штормом участка набережной в Сириусе выделили 93 миллиона рублей из резервного фонда Краснодарского края. Предполагается, что восстановительные работы на участке длиной 80 метров продлятся 4 месяца. Ну, природа есть природа. От этого никто не застрахован. Ну, ведут порядок, сделают. Все будет красиво. Ну, ремонтируют же, ну, как бы приводят в порядок, стараются. Так что. Все вроде делают на благо города. А вот в Адлерском районе Сочи для устранения последствий непогоды организовано круглосуточное дежурство оперативного штаба. Сейчас ликвидируют оползневой процесс на улице Лесной, убирают поваленные деревья и ветки. Особое внимание уделяется горному кластеру. Расчищаем улицы, центральное, смежное, тротуарное покрытие. Поэтому проблемных вопросов сейчас нет. Полностью Адлерский район работает в штатном режиме. Также мониторинговые группы ежедневно работают и в Хостинском районе города для отслеживания негативных последствий непогоды. Пока чрезвычайных ситуаций не выявлено. Имеется на сегодняшний день достаточное количество техники. Это и подрядные организации, и дорожные службы, которые оперативного взаимодействия с городскими службами решают текущие вопросы, которые могут возникнуть ввиду негативных погодных явлений. Пока прогнозы синоптиков для жителей и гостей Сочи неутешительные. До конца января прогнозируют плюс 5 и мокрый снег. Ночью температура воздуха опустится до 0 градусов. В предгорных районах возможны заморозки. А это значит, что на дорогах курорта будет скользко. А вот на сочинских набережных по-прежнему многолюдно. В южной столице продолжается рыбная лихорадка. Массовая ловля форели из морского порта перешла на реку Сочи. Там, где раньше водилась лишь мелкая рыба, сейчас можно вытащить крупный улов и, вопреки пословице, без особого труда. От Адлера до Лазаревского вдоль всего сочинского побережья рыбаки вылавливают форель, предположительно сбежавшую из садков одного из рыбных хозяйств. Рыбный бум продолжается уже несколько дней. Форель вылавливают килограммами и в море, и в реке. Сегодня улова не было пока что. Ребята ловят внизу очень много. Вот. Ну, я вчера 5 штук поймал хороших. Ну, форель любит креветку вареную. Как бы, не знаю, ловят. На нее все ловят. А ты пока нету. Ну, а ты надеешься словить? Вчера поймал 6 штук. Каждая по 2 килограмма.
По словам местных жителей, из-за невиданного клёва за удочки взялись все подряд, даже те, кто давно не практиковался в ремесле. По предварительным данным, из-за сильного шторма на побережье курорта вынесло порядка 300 тонн красной рыбы. Сильный ветер порвал сетки в садках. При этом достоверной информации, из какого именно хозяйства рыба сбежала в море, все еще нет. Сколько продолжится такой, так сказать, нерест, никто не знает. Кроме того, также сообщается о случаях вылова красной форели на побережье Туапсинского района. Местные рыбаки шутят, что это своего рода компенсация от затяжных штормов и ливней. Ну а тем временем в поселке Аше модернизируют водопроводно-канализационный комплекс. Работы проводятся в рамках стратегии развития курорта до 2030 года. Алексей Копайгородский во время поездки в Лазаревский район ознакомился с ходом реконструкции и пообщался с местными жителями. Отмечу, что коммунальные объекты будут не только ремонтировать, но и строить новые. Так, модернизация уже началась на очистных сооружениях в Головинке. Они были построены более 40 лет назад и сейчас работают на пределе своих возможностей. Да и оборудование уже сильно износилось. В якорной щели будут построены новые очистные сооружения. В том числе будут модернизированы очистные сооружения Лао, Магадан и Дагомыс. Тем самым люди получат не только воду, но и, соответственно, централизованное водоотведение. Современное, с современными очистками, соответствующими всем требованиям города-курорт. В планах модернизировать и водозабор на реке Аше. Как отметил директор водоканала, Лазаревский район активно развивается, и мощностей этого коммунального объекта уже не хватает. Это подтвердили и местные жители, которые присутствовали при обсуждении проекта. Те объекты, которые были построены в советское время, вы видите, что они все нуждаются в реконструкции, в модернизации. И старые нужно поменять на все новое, качественное, улучшенное. Поэтому сейчас все сотрудники выстроят работу так, чтобы в ближайшее время все почувствовали уже качество. И качество воды, и напор, и все остальное. Поэтому здесь такая комплексная работа, ее невозможно решить за один день. Поэтому вы тоже должны с пониманием отнестись. А в микрорайоне Лао глава города осмотрел помещение старой поликлиники. В прошлом году ее пришлось закрыть из-за того, что медучреждение, которому скоро исполняется полвека, требует капитального ремонта. Ну, здесь вот у нас был физиотерапевтический кабинет. Окна устаревшие, деревянные. В зимнее время очень холодно. Пациенты наши и замерзали здесь. Штукатурка вся уже обвалилась. Также текущим ремонтом это невозможно исправить, потому что целостность стены достаточно глубоко нарушена. Пол, тоже деревянное покрытие, оно тоже уже проваливается. Местных жителей без медицинского обслуживания не оставили. К врачам они обращаются в ближайшие поликлинические отделения, которые расположены в соседних селах и поселках. А после ремонта в ЛАО вновь заработает свое медучреждение. Правда, часть помещений решено отдать под молодежно-досуговый центр, которого в поселке нет. И об открытии такого объекта не раз просили местные жители. Готовьте документы тогда, где какая часть будет под молодежь. И где какая часть будет также для того, чтобы медицинское обеспечение в этом микрорайоне определять. Хорошо? Хорошо. Давайте тогда через неделю, тогда уже видение, строители зайдут, и мы посмотрим, что здесь можно, что нельзя. Кстати, в Лазаревском районе для молодежи создадут и крупный досуговый комплекс военно-патриотической направленности под названием «Авангард». Он появится на базе Центра образования «Новое поколение». В летний период мы можем проводить сборы для десятиклассников со всеми спортивными, силовыми мероприятиями. А в круглосуточно плюсом 270 человек прибавить на дополнительное образование. Нужно, конечно, нам дополнительно 9 ставок. Это будет структурное подразделение нашего центра доп. Образования «Новое поколение». И вот эти 9 ставок обеспечат нам ежегодно 1000 человек занятых. Добавлю, что создание Центра патриотического воспитания молодежи – это федеральный проект, который реализуют в рамках указа президента страны о национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года.
Как раз из-за ремонта водовода в Лазаревском районе произошла авария, вызвавшая перебои с водой у 10 тысяч сочинцев. На данный момент подача питьевой воды уже возобновлена жителям Головинки, Луо, Уч-Дере, Дагомыса и Сергееполе. Сейчас идет процесс наполнения системы, сообщили в пресс-службе водоканала. На водоводе проводили ремонтные работы, из-за чего вся сеть была опустошена. Авария случилась из-за гидроудара в системе централизованного водоснабжения, который спровоцировал сбой на городских электросетях. Что еще случилось в Сочи за последние сутки, расскажем далее. В центре Сочи на Конституции СССР лоб в лоб сошлись две легковушки. Судя по видео, в ДТП участвовали автомобиль такси и 14-е. Движение автотранспорта было серьезно затруднено. О пострадавших, как и о причинах происшествия, пока неизвестно. На пешеходном переходе на улице Труда сбили женщину. Ей потребовалась помощь медиков. В Сочи на улице Белых Акаций произошел крупный пожар. Сгорел частный жилой дом. В результате пожара никто не пострадал, о его причинах пока не сообщается. Приличного вида парень на соседней полке плацкарта поезда Воркута-Адлер может оказаться членом межрегиональной наркогруппировки. Одного такого поймали сотрудники транспортной полиции. При досмотре у него нашли полиэтиленовый пакет с порошком. Это был наркотик, содержащий героин и морфин, общей массой около 50 граммов. По версии следствия, он и его сообщники приобретали через интернет крупные партии наркотиков и расфасовывали их на закладки, чтобы продать в разных регионах страны. Это не все, о чем мы хотели рассказать. Смотрите во второй части программы. PRP-терапия применяется в трихологии, косметологии и при лечении суставов. Чем интересна технология и где она доступна в Сочи? Тема «Самурайские образы». В Сочи появилось новое граффити. Кто автор и зачем он украшает город? «Тайное окно» – американский триллер на телеканале «Сочи-24». Почему успешный писатель Морт Райни начал задумываться о своей адекватности? Расскажем в рубрике «Киноафиша». Далее блок коммерческой информации. Не переключайтесь. Есть Табрис, есть хороший вкус. Более 17 тысяч вкусных продуктов из 40 стран мира. Супермаркет Табрис в ТРЦ «Олимп». Кудепста, фабрика Аконт, ждет вас за сладкими покупками. Конфеты, десерты, печенье, вафли, пастила по ценам от производителя. Дарвина 69. Лечение геморроя за один день. Помощь в день визита. Клиника УРА-ПРО. Вы сами создаете свой стильный домашний компактный фитнес-зал. Вибро-платформа, фитнес-ленты, слэм-бол, грибной тренажер, петли для функционального тренинга, боксерский мешок, велотренажер, беговая дорожка, массажное кресло. Фитнес-зал Ямагучи. Рекламное агентство «Макс Медиа». Делаем рекламу, которая работает. Комплексно, выгодно, профессионально. Рекламное агентство «Макс Медиа». Живи с нами в одном ритме, на одном дыхании, в одном городе. Настройся на Сочи, настройся на Макс FM. На Кубани впервые за сутки зарегистрировали более 1000 заболевших коронавирусом. На 27 января в крае инфекция подтвердилась у 1020 человек. В Краснодаре положительный тест получили 417 человек, в Сочи – 115. Накануне ситуацию с распространением ковида обсудили в правительстве. В заседании Координационного совета по борьбе с коронавирусом провел премьер-министр России Михаил Мишустин. Совещание прошло в дистанционном формате. В нем приняли участие руководители профильных ведомств и главы регионов, в их числе губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Обращаю внимание руководителей регионов, ваша задача заранее прогнозировать потребности в лекарствах, обеспечить готовность коечного фонда на случай ухудшения ситуации. За время новогодних каникул наш край принял примерно 500 тысяч отдыхающих, ну полмиллиона отдыхающих, и это нормально, мы ведь курортный регион. Естественно, это не могло не сказаться на росте числа заболевших.
И вот я хочу здесь сказать, в сравнении до 15 января этого года мы ежедневно выявляли от 300 до 400 случаев заболеваемости коронавирусом в день. А после 15 января, конечно, мы видим рост случаев заболеваемости коронавирусом. Уже есть 7 подтвержденных случаев заражения омикрон. Ситуация, еще раз подчеркиваю, непростая, но она под контролем. В Краснодарском крае развернули 28 ковидных госпиталей на 5700 коек. Четверть из них свободны. Вениамин Кондратьев отметил, что при необходимости в регионе готовы развернуть еще 2000 дополнительных коек. При этом, чтобы сдерживать ситуацию с заболеваемостью, ограничения сохраняются. Что касается вакцинации. Привито 2 миллиона 907 тысяч жителей края. Запасов вакцины достаточно. Работают вот 332 пункта вакцинации, в том числе 99 выездных. И, конечно, прививаем жителей и гостей региона. Режим повышенной готовности в крае продлен до 1 марта. Михаил Мишустин подчеркнул, что необходимо не допустить вспышек заражения новым штаммом омикрон и призвал вакцинироваться от ковида. Ежегодно 27 января в нашей стране отмечается день полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, которая длилась 872 дня, с сентября 41 по январь 44 года. От голода и морозов погибли до 1,5 миллиона человек. В настоящее время на территории Сочи проживает около 1700 ветеранов Великой Отечественной войны, оборонявшей Ленинград, а также 55 жителей блокадного Ленинграда. Какие льготы сейчас доступны этим категориям граждан, в студии программы подробно рассказала заместитель начальника управления социальной политики администрации города Елена Гладкова. Вот небольшой фрагмент интервью. В Сочи уже несколько лет подряд проводится всероссийская акция памяти «Блокадный хлеб». Волонтерами во всех районах города в этот день раздаются кусочки хлеба весом 125 граммов. Именно такая минимальная норма хлеба на человека была установлена в годы блокады. Трагедия миллионов жителей Ленинграда и героизм ленинградцев-блокадников не знает аналогов в мировой истории. Акция посвящена мужеству жителей блокадного Ленинграда и памяти о трагедии, которая никогда не должна повториться. Администрация города в течение всего года на постоянной основе оказывает всестороннюю помощь, содействие не только жителям блокадного Ленинграда, но и всем ветеранам Великой Отечественной войны. Ежегодно в рамках подготовки и проведения комплексных мероприятий, приуроченных к Дню Победы, проводится работа по обеспечению ветеранов путевками в санаторно-оздоровительные комплексы. Молодежь города проводит в течение года социально-патриотические акции «Согреем сердца ветеранов» и «Ветеран живет рядом» по оказанию социально-бытовой помощи ветеранам на дому. Мы активно взаимодействуем с общественными организациями ветеранов, с городским советом ветеранов. И, скажем так, в ручном режиме ежедневно решаем поступающие вопросы, проблемы как от общественной организации ветеранов в целом, так и от каждого ветерана в частности. Полную версию программы подробно смотрите сразу после информационного выпуска. Также она доступна и на нашем YouTube-канале «Сочи-24». Справиться с выпадением волос после ковида или избавиться от облысения, уменьшить рубцы на коже, омолодить ее или устранить акне. Сегодня с этими проблемами успешно справляется инновационная медицинская технология PRP-терапия. Где в Сочи оказывают подобную услугу, знает Елизавета Червяк. Мы начинаем инъекции в проблемный участок. Надежда пришла в клинику «Армед», чтобы вернуть былую красоту волос. У девушки они начали сыпаться. На консультации трихолог поставила диагноз, определила тактику лечения. Это позволило восстановить дефицит волос и для дополнительного роста провели PRP-терапию. Картексил PRP-терапия – это инъекционная процедура, запускающая процессы ревитализации, то есть обновления и восстановления тканей. Здесь исключены какие-либо аллергические реакции, здесь исключено занесение какой-то инфекции.
Процедура основана на крови пациента, которую помещают в специальную центрифугу, а затем с помощью шприц-пробирки делят на три компонента. Один из них – слой, обогащенный тромбоцитами, обладает восстанавливающими свойствами. Его вводят в проблемную зону. Сначала мы работаем именно с PRP-плазмой. После того, как шприц с плазмой, обогащенной тромбоцитами, закончится, по окружности головы проходит еще плазмой, чтобы ни одна капля ценного питательного раствора не пропала. Процедура особо не болезненная, только вот в височной зоне прям чувствовалось покалывание, но все довольно терпимо. PRP-терапия применяется не только в трихологии, косметологии, но и при лечении заболеваний суставов. Травматические повреждения тоже успешно лечатся PRP-терапией. В стадии, как раз вот, когда надо в регенеративной, восстановительной стадии, после травмы тоже можно использовать инъекции данного препарата. Есть противопоказания – беременность, лактация, онкологические заболевания. Необходима консультация специалиста. Записаться на прием можно по телефону, который вы видите на своих экранах. Приходите в медицинский центр «Армед», будьте здоровыми и красивыми. Новое граффити украсило заднюю стену тоннеля дублера курортного проспекта. Авторами стали четыре художника из разных городов России. В их числе основатель сочинского арт-проекта «You Feel My Skill» Ян Кузьмин. О стиле и стоимости работы художников, а также о планах граффити-сообщества в Сочи на 2022 год в репортаже Дарьи Дмитриевой. Сегодня культура граффити активно развивается в Сочи. Все больше художников со всей России приезжает для творческой реализации в город-курорт. В планах на этот год у граффитистов создание масштабных арт-фестивалей. Результатом творческой встречи стрит-арт-художников на Лысой горе стала вот такая яркая работа. Ян Кузьмин уверен, что такое граффити будет радовать местных жителей. Были не самые приятные надписи. И также реклама запрещенных веществ. И мы решили, что местным жителям будет приятнее видеть такую картину, нежели всю эту грязь. 32-летний художник из белорусского Витебска в Сочи переехал 5 лет назад. Более 30 реализованных проектов Яна украшают стены жилых домов, производственных помещений или заброшенных строений. Граффитист прославился как художник, изображающий знаменитостей с мотивирующими цитатами. Но его фирменный стиль начали копировать другие мастера. Поэтому сейчас Ян экспериментирует и пробуют новые для себя стили и идеи. Темой для этого граффити выбрали самурайские образы. На создание совместной работы ушло 3 дня. Траты на материалы для своей части Ян оценивает в 15 тысяч рублей. Художнику нравится стиль, который он сейчас для себя выбрал. Хочет в этом году реализовать еще несколько подобных работ в Сочи. Вообще хочется порисовать побольше подобных вещей на каких-то, возможно, детских площадках и общественных пространствах, потому что подобные вещи здорово привлекают туристов. Граффитист не скрывает, что, как и любой творческий человек, он мечтает вписать свое имя в мировую историю искусств. В 2022 году Ян хочет посетить российские и зарубежные арт-фестивали. Также он вместе с коллегами планирует организовать пару таких мероприятий в Сочи, чтобы еще в нескольких точках города появились яркие, интересные и современные граффити-изображения. Следить за творчеством Яна Кузьмина и его новыми работами можно в профиле Instagram художника. Ссылка на ваших экранах. Дарья Дмитриева, Дмитрий Петри. Время новостей. И к футбольным новостям. Как известно, Тинькофф Российская премьер-лига опубликовала точное расписание стартовых игр. Чемпионат России продолжится для сочинцев 26 февраля. В первом матче после перерыва «Барсы» сыграют с тульским «Арсеналом» на стадионе «Фишт». Сейчас же игроки футбольного клуба «Сочи» тренируются в Турции. Накануне они провели первый товарищеский матч. «Барсы» в ничью сыграли с австрийской «Аустрией». Сочинцы начали активничать с первых минут встречи и даже имели шансы открыть счет. Соперники разогрелись позже, сотворив настоящий пожар у ворот Николая Заболотного после стартовой 15-минутки. А уже на 34-й минуте сочинцы реализовали свой момент, но гол не был засчитан из-за офсайда. Кристиан Набуа подал с углового, Игорь Юрганов в прыжке переправил на ногу Никиту Бурмистрова, тот добил снаряд в правильном направлении. На перерыв команды ушли с нулями на табло. Во втором тайме тренерский штаб Сочи стал проводить обильные замены, однако большая ротация состава не повлияла на итог матча. Первая товарищеская встреча сочинцев в Турции завершилась мирным исходом 0-0. Следующий спарринг Сочи проведет 29 января против Калининградской «Балтики». Онлайн-трансляция будет доступна на нашем телеканале «Сочи-24». Начало встречи в 17:00.
И на этом у меня все. Напомню, что наш телеканал можно смотреть на территории Большого Сочи во всех кабельных сетях на 22-й кнопке IP-телевидении и онлайн на сайте sochi24.tv. За самыми актуальными и интересными новостями курорта вы также можете следить в нашем телеграм-канале Sochi24TV. Подписывайтесь. Связаться с нами можно через мессенджер WhatsApp, номер на вашем экране. Информационное вещание нашего телеканала продолжают выпуск мировых новостей, прогноз погоды и киноафиша. Более 20 российских военных кораблей вошли в Черное море в среду для отработки систем связи, организации противовоздушной обороны и безопасного маневрирования в районах с интенсивным судоходством. Москва проводит широкомасштабные военные учения с участием всего своего флота. Они будут включать маневры в Средиземном, Северном, Охотском морях, в северо-восточной части Атлантического, а также Тихом океане. Между тем, ситуация вокруг Украины продолжает накаляться. Запад обвиняет Россию в наращивании военного контингента на границе и планах вторжения. Москва обвинения отрицает. Ряд стран уже объявил о возможных санкциях в случае военных действий, среди них Великобритания. Ситуация вокруг Украины очень тревожная. Мы видим, что российские войска скопились на границе. И мы очень ясно говорим, что Россия понесет серьезные экономические потери в случае вторжения. О возможных санкциях также объявил премьер-министр Испании Педро Санчес, а Франция призвала партнеров объединиться, чтобы добиться деэскалации. И мы должны быть солидарны со странами-членами НАТО и ЕС, которые могут быть затронуты этим кризисом. Мы поможем странам Балтии и в ближайшие дни Румынии. Мы готовы к коллективной защите, деэскалации, европейской стойкости и также к диалогу. Министр иностранных дел Германии сказала, что самое сильное оружие Европейского Союза – это единство. А ее нидерландский коллега добавил, что стороны должны продолжать диалог. Тем временем Соединенные Штаты передали письменные ответы на требования России обеспечить ей безопасность. По словам госсекретаря Энтони Блинкена, документ лично передал посол США в Москве Джон Салливан. Он затрагивает вопросы, которые беспокоят и Россию, и США. Москва требует от НАТО вывести войска и вооружение из Восточной Европы и закрыть Украине дорогу в военный альянс. А в Париже после длительных переговоров Россия, Украина, Франция и Германия договорились о том, что режим прекращения огня на востоке Украины должен соблюдаться. Об этом сообщил журналистам главный переговорщик от России Дмитрий Козак. Он также огласил предварительные условия для этого. Украинский президент и Североатлантический союз должны отменить 9 масштабных маневров военных с привлечением десятков тысяч военнослужащих Соединенных Штатов и других стран, их союзников по НАТО, тысяч ударных сил, вооружений на территории Украины. Он призвал Киев отменить принятый 15 декабря закон, разрешающий проводить эти масштабные учения. Редкая возможность поиграть в снежки появилась у жителей Иерусалима. С детства я видел разные виды снега и снегопадов, но такой плотный и сильный очень редко. За минуты он скапливается на асфальте, на дорогах и машинах. Вообще это красиво. Я пришел сделать пару фотографий, поймать пару красивых моментов. Это очень здорово. Впрочем, из-за непогоды власти Иерусалима призывают людей по возможности не выходить из дома. Отменены занятия в школах, главную автомобильную дорогу к городу временно закрыли. Снегоуборочные машины и бригада электриков наготове. В предыдущий раз сильный снегопад был в Иерусалиме 9 лет назад. Тогда снег шел 3 дня, вызвав перебои в подаче электроэнергии. Без света и отопления остались десятки тысяч людей. Материальный эскиз мечты. Именно так можно назвать эти миниатюрные изделия на ярмарке желаний Аласитос в Ла-Пасе. Купив крошечный дом или мешок с деньгами, боливийцы уверены, что делают первый шаг к достижению заветной цели. В этом году самый большой спрос здесь на справки об отрицательном ПЦР-тесте и сертификаты вакцинации. Люди сейчас очень набожные. Они уже просят не дома, а здоровье, поскольку многие умерли от COVID.
Купив мечту в миниатюре, люди вешают ее на фигурку божества Экеку, либо кладут с ней рядом и ждут исполнения желаний. Праздник Аласита зародился среди народов плато Альтиплана в Андах много веков назад. Экека у индейцев Аймара считается богом плодородия, изобилия и радости. Кажется, еще мгновение, и эта кошка встанет и отправится по своим делам. Но это всего лишь суперреалистичный объемный портрет. Такие создает японская художница Сати. У нее, кроме большой усидчивости, есть еще несколько секретов. Они позволяют добиться поразительного сходства портретов с живыми кошками. Сначала Сати изучает фотографии кошки, потом минимум 10 дней готовит материал для 3D-портрета. Самое трудное – глаза. Раньше мастерица покупала их в магазине, теперь делает сама. На пластиковой основе рисует радужную оболочку, а на стеклянной полусфере – зрачок. Потом все склеивает. Думаю, дух кошки проникает в произведение искусства в то время, когда я делаю глаза. Я ответственно подхожу к этой задаче. На один портрет уходит месяц. Трудится мастерица по 10 часов в день. Сати начала творить 7 лет назад. Сначала это было просто увлечением, но когда она выложила фотографии портретов в интернет, посыпались заказы со всей Японии и из-за границы. Сейчас у девушки 600 тысяч подписчиков в Инстаграм и на Ютуб. Говорит, ее работы вдохновили многих людей взять кошек из приютов. Теперь Сати планирует провести выставку, посвященную брошенным кошкам. Надеется, что еще больше людей дадут кров бездомным питомцам. Спонсор выпуска – компания «Ямагучи». Сила японского массажа и домашний фитнес. «Ямагучи» – с заботой о каждом. Телеканал «Сочи 24» подготовил для своих зрителей американский триллер «Тайное окно», главную роль в котором сыграл Джонни Депп. По сценарию он успешный писатель Морт Райни, на пороге у которого однажды возникает зловещий тип в шляпе по фамилии Стрелок. Он сообщает писателю, что тот украл у него рассказ «Тайное окно». Райни поначалу принимает незнакомца за обычного психопата, но мало-помалу и сам теряет уверенность, кто, собственно, что и когда написал. Параллельно он переживает развод. Но добрую половину фильма Морт Райни ничего не делает, просто бродит по своему домику у озера, выдумывая разные вещи. Может, мое имя подходит вам? Кто здесь? Чем закончится эта странная история с плагиатом, смотрите в пятницу, 28 января в 21:00 на телеканале «Сочи 24». Приятного просмотра!